Здравствуйте, дорогие друзья! И вот подходит к концу второй тур йога-кемпинга. На этом йога-кемпинге делался акцент на развитие гибкости. Мы прорабатывали силовые гибкостные асаны в комплексе. То есть сначала с помощью силовых мы хорошенько прорабатывали тело, и потом с помощью гибкостных мы закрепляли это балансом. То есть получается, хатха-йога включалась больше направление больше в тха, в сторону расслабления, но, как все мы знаем, что чтобы расслабиться, нам нужно сначала напрячь. Поэтому у нас были как и силовые асаны, так и гибкостные асаны. Были дыхательные упражнения. Мы дышали разные, практиковали практики пранаямы для успокоения ума. Йога-кемпинг – это место, где человек может отдохнуть. И те практики, которые мы практикуем, чтобы по максимуму за короткий промежуток времени сделать этот отдых для людей, которые живут в обыденной жизни, в городской суете, в стрессе. И те практики, которые были здесь, они рассчитаны на то, чтобы направить ум человека вовнутрь, чтобы он научился расслабляться в первую очередь внутрь, работать с духовными качествами. И хатха-йога у нас включала разные степени сложности асан, пранаямы, и в конце у нас была медитация. Медитация – это концентрация внимания, и мы учились сосредотачиваться, учились направлять свое внимание на звук мантры. Человек обретает внутреннее спокойствие и умиротворение. Он учится быть хозяином своего ума. И эти мастер-классы, эти семинарские программы, они направлены на контроль ума. С помощью практик медитации, с помощью практик йоги вы можете научиться дисциплинировать свой ум. На этом йога-кемпе у нас было достаточно практик, с которыми люди могли уехать домой и дома применять те практики, которые позволяют дисциплинировать эту дикую лошадь с помощью мантр. А также состоялся вегетарианский мастер-класс, где люди могли научиться приготовить вегетарианские суши, сладости, шашлык и уху. И в нагрузку до хатха-йоги люди могли попробовать себя в роли гребцов на байдарках. Мы еще не так хорошо проработали руки на этом кемпинге, но на этих байдарках эта возможность у людей была. И очень, кстати, хорошая работа с руками. Здесь работает плечевой, локтевой и особенно запястный сустав. Поэтому как бы не было недостатка в мышечной работе, это точно. И театр. Театр был на тему взаимоотношений, где люди могли пронаблюдать за взаимоотношениями, негативными взаимоотношениями в этом мире, и как с помощью медитации, как с помощью мантры релакса, с помощью йоги можно
наладить эти взаимоотношения, увидеть свои недостатки и стараться работать над своими недостатками. Театр был в юмористической форме, то есть было много смеха, но и также анализ наших действий. Изюминка нашего йога-кемпинга – это мантра «Релакс» в исполнении группы «Аурум», где люди могли услышать мантры, расслабляющие звуки, которые приносят радость, спокойствие, умиротворение. И с этим умиротворенным состоянием он уже едет в город, в семью, на работу. И ему снова-снова хочется вернуться вот в такой вот мантра «Релакс» йога-кемпинг. Когда мы с семьей отправлялись на йога-кемпинг, я не знала вообще строить какие-то мне ожидания, что-то представлять. Боялась разочароваться, боялась, не знаю, получить негативные эмоции. Но когда приехали сюда и провели эти прекрасные 2 дня, я получила огромный заряд энергии. И сейчас я ощущаю гармонию, целостность. Я ощущаю радость. Я счастливая, я наполненная, я одухотворена, я люблю жизнь. И это счастье, оно будто льется из меня, вытекает, и хочется делиться любовью, радостью со всеми окружающими. Я очень рада, что получилось получить и получилось отдать. Получился взаимообмен энергии, любви и счастья. Впечатление у меня хорошее. Природа, мантры, улыбчивые люди, вегетарианская пища, байдарки, баня. Все тут есть для активного отдыха тела и души. Пожелание такое чаще так отдыхать. Для души и тела чаще надо отдыхать. И собирать людей, которые могут просто с пользой отдыхать. С пользой не только для тела, но и для души.